Чемпионы уже посетили крупные детские лагеря «Орленок» и «Смена», где отдыхают тысячи детей со всей России. Очень хорошо подготовленные дети, вот в вашем, именно в Сочи мы вот были, и в сельской местности, и все, они горят желанием, вот глаза у них горят, очень рады, тем более, что у них все олимпийские чемпионы, это были наставники в командах, вот они стоят, и эти переживают, эти им подсказывают, и вот такое общение как бы сближает, они уже как семья, как родственники становятся. В Сочи делегация олимпийских чемпионов посетила ряд спортивных мероприятий. Побывали на городском турнире по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края, поучаствовали в городских сельских спортивных играх и даже приняли нормативы комплекса ГТО у детей и подростков Адлерского района. Развиваемся, да, по нескольким направлениям. Направление как детский и юношеский спорт, его развитие, его укрепление, его позиции. Но также мы развиваемся и в профессиональном спорте. Мы видим, что город Сочи с каждым годом он становится более и более такой, с точкой центром, наверное, притяжения крупных спортивно-массовых мероприятий. В течение 6 дней у сочинских детей была возможность принять участие в благотворительной программе под руководством олимпийских чемпионов. Соревнования проводили прославленные спортсмены Наталья Боярская, Елена Рузина, Тамара Быкова. После завершения марафона по России делегация поедет на летнюю Олимпиаду в Рио, в которой, как мы все надеемся, примет участие и российская сборная. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.